и во всем мире сетевой маркетинг очень сильно развит. Но вот не знаю, как в других странах, но в нашей стране с такой лайтовой, да, легкой системой работы, с таким легким маркетинг-планом, как нашей компании, больше компаний нету однозначно. Вообще я не знала, что такое сетевой маркетинг. Ну, слышала, естественно, словосочетание, но не вникала, сути не знала. И осенью буквально как-то у меня мужа пригласили, он говорит, да это сетевой маркетинг. Я говорю, ну и что, это же маркетинг, то есть я по-другому себе представляла немножко. И потом, когда я здесь зарегистрировалась, уже начала работать, я подумала, а может быть еще какие-то компании есть, может везде можно по чуть-чуть как-то посмотреть, попробовать, да? И изучив маркетинг-планы основных вот в нашей стране, конкретно конкурентных таких компаний, такого легкого маркетинг-плана и такой легкой системы работы, как в нашей компании, просто нету. У нас нету продаж. То есть личный товарооборот, я могу смело сказать, честно сказать, что я за вот сколько, с декабря месяца никому ничего не продавала. Все, что я покупаю каждые 3 недели, я использую, у меня заканчивается, мне не хватает. Для себя, для семьи, да. У нас есть замечательная серия Wellness, здоровое питание. Это для тех, кто хочет похудеть, для тех, кто хочет здорово, правильно питаться, что самое главное, получать необходимые микроэлементы, минералы. Я, честно сказать, скептически отношусь к витаминам, потому что человек, имеющий отношение к медицине, знаю, что такое все пиковиты, мультитапсы, в общем, все, что продается в аптеке, это... В общем, это пустая трата денег. И я не хотела покупать витамины с самого начала. Я думала, что все эти истории выдуманные, что это все неправда, то, что скидывают в чаты отзывы. Но когда я думала, ладно, уже закажу рыбий жир, посмотрю, рыбий жир все-таки и в Африке рыбий жир. И когда я заказала рыбий жир, когда я открыла эту баночку и почувствовала запах на самого, что ни на есть, настоящего рыбьего жира, даже не детского, а от капсул, я... поменяла свое отношение. Я начала принимать эти витамины, давать их детям, давать их взрослым. У меня у свекра сахарный диабет, и моя заловка, она тоже в компании, она покупала, заказывала витамины, отправляла ему сюда. И сейчас, вот сколько, 2 года, он практически у нас ничего не ел. Но сейчас, буквально вот месяц назад, он начал потихоньку кушать и что-то сладкое себе позволять, и еще что-то, да. То есть другого объяснения этому нет. Человек 2 года находился на одной и той же терапии, результата никакого не было. После серии Wellness вот такое. И это действительно возможно, потому что есть препараты, которые содержат, стоят бешеных денег, а содержат те же самые компоненты, что и наши, например, витаминные комплексы. Это что касается серии Wellness. Коктейли, да. Я вообще не представляю жизнь современного человека, который ходит на работу или университет. Я не знаю, как я раньше жила без коктейлей. Насыпал шейкер, ложечку, взял с собой или воду, или маленькую пачку молока. Ты получил все необходимые микроэлементы, минералы, витамины. Скушал здоровую пищу вместо фастфуда и бутербродов, да, каких-то перекусов. То есть серия «Здоровое питание». Серия по уходу за кожей. Эти крема, вот NovAge, например, да, они тестируются в течение больше, чем 6 лет, прежде чем выйти на рынок, прежде чем прийти к нам. Буквально недавно я говорю, у меня сестра говорит, уехала, она заказывала серию японскую косметику Shiseido. У нее уехала эта женщина, у которой она ее покупала. Я говорю, зачем ты будешь отдавать эти сумасшедшие деньги, если у нас есть вот замечательные крема? Я ей заказала, она не верила, она не хотела. Она говорит, я этим всем пользовалась. Я говорю, чем ты пользовалась? Она говорит, ну, Мэри Кей. Я говорю, Ленин, ты понимаешь, это разные две компании, их нельзя сравнивать, это две разные страны производства. В общем, она попользовалась этими кремами буквально несколько дней. Она говорит, я не хочу этого признавать, но я действительно заметила эффект. То есть качество продукции не вызывает никаких сомнений. В плане качества продукции, наверное, не побоюсь громкого слова, у нас нет конкурентов, по крайней мере, на российском рынке. Да? То есть не производство России, а то, что у нас представлено в стране. Это какие-то люксовые топовые компании. Да? Как тестируются крема? Они не тестируются на животных. Вся продукция, в отличие от других компаний. Если посмотрите ролики в Ютубе, например, да, в открытом доступе они есть, как проходит тестирование продукции какой-то косметической, да, или по уходу. Это
варварство, это издевательство над животными. У нас же такого нет. У нас есть аппарат искусственная кожа, который является очень дорогостоящим для компании, но тем не менее вся продукция тестируется на искусственной коже. Что касается защиты животных, защиты экологии, компания шведская, это совершенно другой менталитет. Это не как у нас, да, мы можем, вот недавно ездили здесь, недавно, вчера, ездили на речку, везде валяется мусор. Там такого нигде не встретишь, потому что каждый человек заботится об окружающей среде, об экологии. Это уже на уровне подсознательном у них находится. Поэтому все заводы, все, что касается производства, там, реализации, да, то есть все, что касается работы, вот такой, да, все это делается соответствующе для заботы, с заботой и об окружающей среде, и о себе, и о своей семье, и о своем доме, да, то есть не только у себя, но и во всем мире. Есть фонды, которые помогают детям, есть фонды, которые помогают женщинам, да, против рака груди было. Бывает у нас продукция, покупаешь, идут отчисления. То есть в плане конкурентоспособности, наверное, больше, я даже не знаю, с кем можно сравнить. Мероприятия, которые наша компания организует, это высший уровень, да. Я сама была на таких мероприятиях этим летом, это что-то с чем-то было. Это было очень много людей, было очень много молодых, красивых, стильных, успешных. И у многих, многие, кто приходят сюда, и лидеры, да, в том числе не только из нашей команды, но и из других команд, слушаешь их истории, это все люди, у которых есть какое-то, что-то уже есть в этой жизни, они чего-то добились. То есть не от отчаяния сюда люди идут. Люди идут, понимая суть. И чем успешнее человек, тем больше он открыт для возможностей. Вот могу смело сказать, что по опыту, да, я очень с многими людьми пообщалась за этот период, и человек, который, вот не одна говорит моя консультантка, и слушай, я предлагаю, говорит, тем, кто чуть ли не там не от голода уже пухнет, говорит, а люди почему-то не соглашаются, я говорю, а ты не предлагай таким, если они узнают, захотят, сами придут, ты предлагай, чем больше человек, чем более он, кругозор у него расширен, да, тем больше шансов, что он будет здесь. Потому что здесь не может задержаться человек, у которого нет цели, у которого нет мечт. Потому что сегодня, в 21 веке, возможности есть абсолютно для любого человека, неважно, образование, навыки, знания языков, физические, да, какие-то способности. Возможности есть абсолютно для всех жить хорошо. Поэтому чем человек успешнее, тем больше шансов, что он будет здесь. Потому что, честно, только здесь я вижу возможности для роста, возможности на перспективу. Завтра утром, вот, например, я закончила университет, у меня диплом, я сейчас к чему это говорю, да, у меня диплом, наверное, ну, одного из самых престижных вузов России, и в мире он котируется во всем. Но я не могу работать сегодня. Но, тем не менее, я зарабатываю уже больше 5 месяцев достаточный доход, который будет только расти на перспективу благодаря нашей компании. То есть, выбирая себе специальность сегодня, я не задумывалась о том, какие будут у меня доходы, как вот мои, да, коллеги, куда бы пойти, вот где, чтобы и зарабатывать хорошо. А для меня это уже не проблема, потому что я знаю, что через 2 года, когда я получу сертификат, у меня будет уже такой доход, что зарплата для меня не будет иметь никакого значения. То есть возможности, которые есть в нашей компании, их на самом деле больше, наверное, нигде и нету. Хотя я всю жизнь искала дополнительный доход, возможность какого-то своего заработка. Всю жизнь, сколько я помню, сознательно я ходила мимо сервисного центра, который на Спортивной находится, и думала, ну за счет чего, интересно, стоит это здание? Неужели кто-то ходит туда и что-то покупает? Кому это надо? Зашел, купил себе гель для душа, ладно, неважно какой, да, там, или что-то. Всю жизнь ходила мимо этих возможностей и даже себе представить не могла, что моя жизнь будет не то, что связана с компанией Oriflame, что я буду любить компанию Oriflame, что я буду звать сюда людей, что я буду всю свою дальнейшую жизнь связывать с этой компанией. Поэтому если у вас есть цели, если у вас есть надежды, какие-то, да, мечты,
то такого маркетинг-плана, как здесь, таких возможностей, как здесь, вы просто больше нигде не найдете. Когда вы можете сидеть на диване с телефоном в руках и зарабатывать деньги. Я всем желаю удачи, я всем желаю стабильного роста, всем желаю найти своих партнеров, которые разделят ваши интересы, которые будут с вами на одной волне, ответственных, надежных и целеустремленных. Вот, спасибо за внимание.